Ну что, мы снова в Шуше, снова в моем родном городе. Я, честно говоря, очень рад здесь быть вместе с вами, потому что после той первой передачи было столько звонков, столько приятных отзывов. И я, честно говоря, давно думал, ну, была мечта такая, чтобы все-таки было продолжение какое-то. И сегодня эта мечта, я думаю, воплощается в жизнь. Я хочу показать вам другую часть нашей Шуши. Это центральная наша площадь. Здесь когда-то был Дом культуры. Перед ним вот были вот эти самые расстрелянные бюсты Узейербека и Бюльбюля. Вот. И как ни странно, здесь было очень много в то время заведений, которые в народе называли чайхана. Нам, то есть он очень близок, это близкий друг моего дяди, его звали Гасым. Шушинцы все знают его. Здесь была другая чайхана, здесь в парке была еще одна чайхана. И когда я говорю об этих заведениях, я все время вспоминаю одну очень смешную, на мой взгляд, историю. Хочу с ней с вами поделиться. Один шушинец в то время, еще до оккупации, когда закончил школу, он решил поступить в Москве. И вот он после того, как проучился там 2 года, он приехал летом к себе в родной город со своим учителем, русским по национальности, и всем хотел показать, как он классно владеет русским языком. Он пришел, значит, в чайхану, постараюсь, значит, в ролях рассказать эту историю, говорит, что оттуда один чайник чай перенеси, пожалуйста. Вот, и все так на него смотрят. Неужели он заговорил на русском языке? А чайханщик тоже был с юмором, он спрашивает у него, говорит, какой чай перенести? С кекилиоту или без? И он оттуда, значит, ему отвечает, говорит, один с, другой без. Вот эта история, опять-таки, на мой взгляд, смешная, она тогда уже как бы превратилась в легенду. Кто-то начинал приписывать ее себе, кто-то вообще говорил, что это произошло в другом городе, но эта история была именно вот в этом замечательном городе. Пойдемте вниз. Вот. Тогда, кстати, мы начали нашу экскурсию вот по той улице. Да. Это улица Аслана Гара Шарлы. Вот. Она тоже вела в наш квартал, который называется Чольгала. А это другая дорога в Чольгала, с которой у меня тоже очень много разных воспоминаний, ну, в основном детских. Потому что все мое детство – это Шуша, а Шуша – это мое детство. Вот. Ну, я думаю, что это лучшие годы моей жизни, я не побоюсь этого слова. Солнечные, беззаботные. Это годы, когда были живы мои дедушка, бабушка, мои родные, мои дорогие люди, которым я очень многим обязан. Это годы, когда был жив мой дядя, мой родной дядя, мой младший дядя Эйюб. Кстати, дедушка в последние годы жизни говорил, что Эйюба уже шушинцы, говорит, больше любят, чем меня, потому что он больше половины жизни проводил здесь, в Шуше. Вот. Вы понимаете, мы жили этим городом все 28 лет. Вот этот год, ну, я думаю, что каждый азербайджанец знает, что он объявлен годом Шуши. А вот для нашей семьи, для семьи Алискеровых и Мановых, каждый год, который мы провели без Карабаха, он отмечался как год Шуши. Мы жили этим, мы дышали этим. У нас дома не было ни одной картины знаменитого художника. У нас вместо картин висели фотографии Шуши, чтобы дети, которые росли в тот период без Шуши, чтобы они знали, откуда их корни, откуда их родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. Вот. Ну, вот подошли мы с вами к знаменитому роднику. Ну, не только у нас, вообще, я думаю, что у большинства азербайджанцев, которые в то время приезжали в Шушу, здесь есть фотографии, которые были сделаны на память. Самая знаменитая фотография – это фотография, на которой запечатлен наш общенациональный лидер Гейдар Алиевич Алиев. Потому что столько, сколько он сделал в советские годы для этого города, вообще для этого региона, ни один руководитель Азербайджана этого не делал. Это я
говорю с полной уверенностью, потому что мы были свидетелями этого. Мы, в отличие от нынешнего поколения, это не читали в книжках, не видели по телевизору, мы это видели все своими глазами. Вот. Кстати, вот здесь было знаменитое панно, о котором рассказывал в своем интервью один армянский художник, который здесь столкнулся со зверствами армян, и он на память вырвал себе вот кусочек этого панно. Сейчас это панно у него в его коллекции. Вот. Там, если я не ошибаюсь, я был маленький, не помню, кому принадлежали эти стихи, но по логике они должны были принадлежать, значит, поэтессе, да, нашей Натаван. Вот. Там были вот именно строчки из каких-то стихов. Из каких, я вот, простите, я не помню. Да. Вот. Снова вот эти замечательные улочки, замечательные дороги, которые, да, которые просто ну, являются тоже нашим богатством, потому что это тоже мое детство. Видите, вот эти булыжники, эти камни, эти скалы, это я их помню. Я думаю, что они меня тоже помнят. Я еще раз говорю, я все эти 28 лет жил вот этими воспоминаниями. Не было такой недели, а иногда каждый день, который я во сне не видел в этот город. И вот сейчас с вами я гуляю, у меня такое ощущение, что дедушка и бабушка сейчас дома нас ждут, и мы пойдем и обязательно выпьем вкусного чая с кякилету и обязательно потом пообедаем. Вот у меня вот такое ощущение. Это сильные воспоминания. Да, я вам просто передать не могу. Ну, я не знаю, как их словам передать. Я не знаю, как передать эмоционально. Это, ну, то, что, наверное, просто передается глазами, мимикой, улыбкой и слезами на глазах. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на эту архитектуру, на эти линии, на эти окна, на эти камни. В каждом окне, в каждом балконе заложен какой-то код. Код того либо иного архитектора Шуши. Как видите, все сделано из одного и того же камня. Да? И добывался этот камень с одного и того же карьера. Это присуще именно Карабахскому региону Азербайджана, вот этот замечательный бело-серый камень. Не совсем белый, не совсем серый, но наш, родной. Я бы сказал, что я не побоюсь этого слова. Вы знаете, это слово очень часто сейчас начали использовать, к месту и не к месту, но здесь я думаю, что к месту. Это гениальнейшая архитектура. Все легко и просто, но в то же время гениально. Ну и согласитесь, что очень красиво. Да. Мы опять-таки возвращаемся к тому, что все, что просто, то очень красиво. По этой дороге мы ездили домой, когда была нормальная погода. То есть если снег, то по этой дороге. Эта дорога более-менее, несмотря на то, что мы продолжаем уже спускаться около 5 минут, более или менее она как бы равнее, да, по сравнению с другими. Мы подходим ко внутренней части Ганжинских ворот. Это знаменитая Шушенская крепость. Вот. Со своим замечательным и красивейшим входом под названием Ганжинские ворота. В Шуше было двое ворот. Ганжинские, ну уже понятно по названию, что ворота, да, которые шли со стороны нашего древнего города Ганджа, и Ереванские ворота. Тоже, это уже как бы противоположная часть, значит, это уже направление западного Азербайджана и направление, то есть с центром в городе Еревань. А вот это наш, почему я говорю наш, потому что у моего дедушки было 6 внуков, и все 6 внуков были влюблены вот в этот парк, сад, сквер, как хотите его называйте. Вот. Ну, по-разному называли. Тут пагы, а после того, как здесь в 1985 году установили памятник Узейрбеку, мы уже начали его называть Узейрбайн Багы. Вот. Мы, я имею в виду наше поколение, поколение детей. И вот здесь немногие наши телезрители знают, что вот именно вот здесь, в центре этого парка, стояло чертовое колесо. Вот. И здесь было очень много аттракционов. Самый любимый наш аттракцион после чертового колеса был аттракцион под названием «Иллюзион». Обычный, очень простой аттракцион.
диван, вокруг, значит, крутилось такое вот, как сфера, то есть ты был в закрытом помещении, и такое было ощущение, что не стены крутятся, а диван крутится. Он назывался «Иллюзион», очень простой и примитивный, но любимейший аттракцион всех шушинских детишек. Вот это я точно помню. Как часто вы проводили время? Каждый день. Мы проводили здесь время каждый день, потому что для нас этот парк был нашим Диснейлендом, нашим Лунапарком. Мы не знали тогда вообще про существование Диснейлендов, поэтому для нас это был самый лучший парк в мире, не побоюсь этого слова. Я безумно был влюблен в этот парк, потому что когда уже на чертовом колесе мы поднимались на самую верхнюю точку, ну, оттуда были видны вот все эти горы. Вот эта панорама потрясающая. Я думаю, что мы сейчас как поднимемся, мы эту панораму увидим. Заходим, значит, вот в этот парк. Вот. Как я, значит, отметил ранее, в 1985 году был открыт здесь памятник Узейрбеку. Кстати, исторический факт. На открытие приехал руководитель Союза композиторов СССР, народный артист СССР Тихон Николаевич Хренников. Вот, почему я говорю, потому что сохранились фотографии с открытия этого памятника, ну и, разумеется, весь цвет нашей музыки. На тот период все были живы, и дедушка мой Сулейман Алискеров, Васив Адгезалов, Джавдет Гаджиев. Я говорю про тех, кого помню по фотографиям. Но весь союз композиторов Азербайджана, разумеется, здесь был, потому что это было событием союзного масштаба. Столетие основоположника классической азербайджанской музыки Узейрбека Гаджибекова, который, кстати, вот жил здесь. Каждую неделю здесь были концерты. И как только начинались концерты, все детишки уже вокруг начинали: концерт поштады, концерт поштады. То есть телефонов нет, смс-ов нет. Нашим смс-ом были эти крики вот этих мальчишек. Вот. И, значит, собирались вот здесь. Те, кто были маленького роста, это были мы. Мы взбирались вот на эти деревья. И для нас это было как бы амфитеатром. Вот. Оттуда даже было намного интереснее наблюдать за этим концертом, чем сидеть или стоять. Ну что, мы подошли вплотную к Шушинской крепости. А для нас, для мальчишек, тогда в далекие 80-е, это еще вдобавок было еще футбольным полем. Вот здесь, чуть дальше была автобаза, стояли какие-то пазики, а вот здесь было пусто всегда. И вот здесь мы ставили свои ворота, которые состояли из обычных камней, вот, и, значит, ну и напротив другие ворота. И вот здесь мы гоняли наш футбол. Конечно же, не обходилось без ссор, без драк, но на то они и мальчишки, на то мы и мальчишки были, мальчишками были тогда, что и дрались, и ссорились, и мирились. А что самое интересное, что с теми, с которыми мы дрались, потом впоследствии стали самыми близкими, самыми крепкими друзьями. И общаемся до сих пор. Это тоже очень знаковое место для меня и для моей семьи, потому что самые уважаемые гости Сулеймана Эйюбовича Алискерова обязательно должны были посетить вот эту чайхану. Здесь в советское время были беседки. Вот здесь. То есть военное время здесь стояли беседки, и обязательно гости Шуши, ну и сами шушинцы приходили сюда и пили самый вкусный чай на земле. Вообще-то гости, когда приезжали к нам, мы обязательно должны были объехать
раз, два, три, четыре, пять точек. Это вот была вот эта чайхана, дом-музей Узейрбека, потому что дедушка обязательно считал для себя очень важным посетить дом, в котором родился, жил его учитель. Дом-музей Бюльбюля, Джидырдузю и Саблагах. Вот эти пять точек были для нас обязательными. И тогда нам почему-то все казалось скучным. Ну, опять Джидырдузю, опять Исаблага. Было время, когда мы каждый день объезжали все эти точки, представляете? Но обязательно мы это делали вместе со взрослыми, потому что дедушка везде принимал своих гостей вместе со своей семьей. Не было такого, чтобы мужчина отдельно, женщина отдельно, дети отдельно. Все были вместе. Все были одним целым и обязательно вместе встречали, вместе провожали. Несмотря на то, что, например, вы говорите, что вместе мы посещали несколько раз, но все равно каждый раз, когда эти места посещаешь, каждый раз как будто у тебя приходишь в какое-то новое место. Я вот сейчас, когда про эту чайхану вам рассказывал, я вот сразу вспомнил приезд, если не ошибаюсь, это было в 86 году, приезд нашего соседа и близкого друга моего дедушки, народного артиста Васифа Дагязалова вместе со своей семьей. И Халида ханум была там, ныне покойная. Ялчин Адыгезалов, наш народный артист Азербайджана, замечательный наш дирижер. Вот. Ну, мы тогда были маленькими, но, кстати, сохранились фотографии того приезда. Вот. Я обязательно вам их покажу. Вот. Я помню, как мы приехали и вот сидели, пили здесь вот этот вкусный чай. Чабрец, да, если я не ошибаюсь, на русском языке. Взгляните, пожалуйста, на этот родник. Родников в Шуше, знаете, да, 17. Но вот он немножко, да, он немножко другого как бы стиля, другой архитектуры, но тот же выполнен из того же самого карабахского камня. В годы оккупации армяне поменяли надписи здесь были их какие-то вымышленные узоры. Их алфавитом было что-то прописано, как будто это древний армянский родник. На самом деле это самый настоящий древний азербайджанский родник, основы и фундамент которого были заложены Панахалиханом, первым ханом Карабахского хана. И здесь были надписи на азербайджанском языке. Я думаю, что мы сейчас подходим, по-моему, к самому знаковому месту Шуше. Потому что каждый человек, который приезжает сюда, он обязательно должен посетить Янджинские ворота. Я ждал именно этого момента, чтобы мы пришли именно сюда, вот в это знаковое место, место, которое посещают все, начиная от рядовых азербайджанцев, заканчивая туристами и государственными деятелями. Я хочу почтить память наших героических воинов. Я хочу пожелать здоровья нашим ветеранам. И, как говорит наш верховный главнокомандующий, да здравствует азербайджанская армия, да здравствует азербайджанский народ. Я долго ждал этого момента, чтобы сказать эту фразу именно здесь. Вот на этом холме, видите, вот там постройка со снесенной крышей, да? Значит, в довоенное время находился знаменитый цех по производству наших таров. Такая красота вокруг. Очаг культуры. Очаг культуры, самый настоящий очаг культуры. Я хочу продолжить разговор о знаменитой Шушинской крепости. Взгляните, пожалуйста. Значит, очень многие могут спросить, почему крепостная стена заканчивается вот именно здесь. Дело в том, что в советское время эта стена имела свое продолжение. И вообще въезд в Шушу был не отсюда. Он был вон, он проходил вот чуть выше, вот между вот этими деревьями, вот видите, вот этот лесок, вот.
И пришлось, значит, прорубить здесь дорогу, и таким образом в жертву принесли вот эту знаменитую Шушинскую крепость. Но продолжение ее осталось. Продолжение осталось, я хочу показать вам продолжение, потому что очень многие, значит, доходят до этого места и спрашивают, а где же продолжение? А продолжение им не показывают. Поэтому сегодня я хочу вам показать продолжение. Вот здесь, значит, ее, значит, оборвали. Отсюда, значит, проложили дорогу. И посмотрите на этот пейзаж. Вот. Вот продолжение этой крепости, которая уходила вниз, вот в этот глубокий овраг. И потом поднималась, значит, вот туда, вот на этот холм. И, значит, вот дальше там, совсем вот там, за этим холмом, оно имело свое продолжение. И заканчивалось это другими воротами, о которых я вам рассказал, которые называются Ереванские ворота. Чувствуете этот аромат? Аромат деревьев, аромат травы, аромат где-то высохших этих кустарников, которые называются ежевикой, да, это мы называли Бёрккян. Вот. Это ежевика самая настоящая. Да. Правда, уже плодов нет, потому что уже не сезон. Но вот этого аромата тоже нигде нет. Нигде. Весь мир объездил, весь мир, везде искал ароматы шуши, везде искал ароматы шушинского хлеба, везде искал ароматы шушинской травы, везде искал аромат воды, нигде не нашел и не найду, потому что это только здесь, в Карабахе, в нашей родной Шуши. Сегодня хочу вам рассказать о тайнах, псевдотайнах наших соседей. Только вот сейчас придумал, это сказки армянского леса, так называемые. Взгляните на эти псевдо-надгробные камни. Вот. Мы уже в годы оккупации знали, что на наших оккупированных территориях, в том числе и в Кельбаджаре, были вот такие цеха, где изготавливали древние армянские надгробные камни, хачкары и так далее. Делается это все с одной целью, чтобы доказать всему человечеству, что это действительно их древняя земля. Вот так они разбрасывались. Посмотрите, хаотично все разбросано. Ну и все, фокус удался. Вторая часть фокуса – приезжали туристы, какие-то международные эксперты, археологи и так далее. Показывались вот эти камни. Вот, вот эта ржавчина. Вот эта старина, вот, и так далее. Ну, это мох, да, в данном случае это мох. А вот здесь, посмотрите, видно, что вот здесь, ну, конкретно поработали и краской, и так далее. Вот. И, значит, показывали это все экспертам, археологам, туристам и так далее. И говорили о том, насколько они древние, и что это их земля, что они здесь родились и так далее. Соответствующие кадры, где отчетливо видна работа вот выше сказанных цехов, где изготавливались вот эти псевдонадгробные камни, они есть на просторах интернета, их очень легко найти. Мы продолжаем нашу прогулку по древней Шуше,
И вот он, один из символов Джидырдузю, да? Как перевести? Место для скачек, степь для скачек. Ну, давайте не перевозить, давайте оставим его, потому что это самый настоящий бренд Джидырдузю. Если помните, я говорил о том, что все гости, которые приезжали к нам домой, обязательно должны были посетить вот эти пять точек. И вот это была одна из этих точек. У нас были дни, когда мы по несколько раз посещали Шушу. И до оккупации, и после ее освобождения. Я не знаю, здесь какой-то, наверное, магнит специальный. Я не знаю, что здесь заложено Всевышним, но здесь однозначно что-то есть. Какая-то другая атмосфера здесь. Ведь, да, однозначно здесь другая атмосфера, здесь другой воздух, здесь все другое. Здесь трава другая, здесь скалы другие, здесь лес другой. В детстве, еще раз возвращаясь в детство, нам столько всего рассказывали. Шушинцы, не дадут мне соврать, знают об одной легенде. Значит, вот взгляните, пожалуйста, если видите, там есть пещера. Ну, чтобы как-то уже заинтересовать гостей, уже слагались какие-то даже легенды про эти пещеры. Говорили даже, что если запустить отсюда кошку, то она непременно выйдет со стороны Исабулага. Кстати, вот это лес Топхана, да, вот это тоже историческое место. Весь вот этот, кстати, Карабахский конфликт когда-то начался именно отсюда. Значит, мы всегда мечтали попасть за этот лес. А старшие нам говорили, что ну, туда нет дороги, туда попасть невозможно. Нам было интересно, как выглядит Топхана с той стороны. Что вы любили больше делать на Джидырдузю? Хороший вопрос. Здесь между вот этими камнями, которые вы видите, кстати, тоже это камни не просто камни, это наша история. Если внимательно посмотреть на них, на некоторых из них до сих пор остались следы от пуль. Мы собирали здесь вот тот самый кеклёту. Из которого потом делали чай и угощали наших гостей, ну и, разумеется, сами его пили. Мы собирали здесь кеклёту, мы обязательно фотографировались. Здесь масса фотографий. Пожалуй, первую фотографию мы даже сделали здесь, когда мне было 6 месяцев. У нас сохранилась эта фотография. Сколько у нас здесь фотографий с Джабиром, сколько фотографий у моего дедушки с замечательными людьми, с деятелями культуры. Только его вот одни одногруппники чего стоят. Он учился в одной группе с Фикретом Амировым, Ашрафом Аббасовым. Ну и любой деятель культуры, любой человек. Не имеет значения, да, известный, неизвестный, профессор, не профессор, да просто любой гость семьи Алискеровых, Имановых, он обязательно должен был посетить это место, потому что дедушка всегда с чувством большой гордости привозил сюда своих гостей. Он на 100% был уверен, что такой красоты нигде нет. Мы обязательно новости смотрели всей семьей, потому что знали, что как закончатся новости, все должны пойти спать. В 10 начинались новости, половина 11 ночи у нас вырубался свет, и все мы шли спать. И вот в новостях мы как-то смотрели сюжет, это еще в советское время, что по генплану здесь должны были то ли провести канатную дорогу, то ли провести мост должны были провести с целью расширения города Шуши. Вот на ту часть, вот вы видите тут степь, да, то есть вот отсюда должны были провести мост, вот, ну, не притворились в план советские, как бы, идеи, я думаю, что намного лучше идеи будут у нас. У независимого Азербайджана. Я хочу вам рассказать тоже замечательную историю. Она тоже является одной из легенд. Правда, это быль, но быль-легенда, вот так скажем. Как я уже говорил ранее, сюда приезжало очень много туристов. В основном это были русскоязычные туристы из бывших республик Советского Союза. И вот однажды гид, когда привел сюда туристов, он решил рассказать о возлюбленной Вагифа Хураман, вот, а конкретно о том эпизоде ее жизни, когда Вагифа поместили в тюрьму нашего великого поэта, и Хураман это не выдержала, сбросилась с этой горы вниз и сказала «Ай, мама». Вот это история, которую потом шушинцы начали пересказывать всем.
Я не просто присел на этот камень, потому что еще шестимесячного Таира в далеком 1974 году родители привезли в Шушу. И вот одни из первых фотографий были сделаны здесь с папой, с мамой, с дядей, с тетей, с двоюродными братьями, с двоюродным братом и с двоюродной сестрой. Вот Фарид и Фаряд на этой фотографии. Вот, это очень, еще раз повторяю, очень родные и дорогие для меня камни. Значит, ранее я рассказал о сказках армянского леса, а сейчас хочу показать всему миру реалии, нашу действительность. Это никакая не сказка, это самый настоящий вандализм. Вот что сделали представители древнейшего народа на земле с нашими азербайджанскими могилами, с нашими азербайджанским кладбищем. Это, точнее сказать, то, что осталось от азербайджанского кладбища. Медленно, но верно подходим к еще одной нашей достопримечательности. Еще один символ нашей родной, любимой Исабулавы. На очередную сказку наших соседей, у них, значит, этот родник идет под названием родник Исаака. Хотя, на самом деле, здесь никакой и легенды нет. Нам еще в то время рассказывали, что обычный житель, крестьянин, трудящийся, я уже не помню, по имени Иса, человек, первый человек, который обнаружил этот родник, и в его честь назвали вот этот, это самое место. Какие у вас тут формируются воспоминания? И вот здесь мы обязательно выпивали вот эту воду. Сюда ставили арбуз, он буквально через 5 минут, ну хорошо, 7 минут, он становился ледяным, в прямом смысле этого слова. Кстати, зимой вода теплее, летом холоднее, все наоборот. Вот. Тоже чудо, это тоже чудо. Одним из символов Исабулавы был столетний певец, которого в народе называли Мешхеди Мюрсель. Никогда в жизни не забуду, вот он сидел вот здесь и пел азербайджанские народные песни. Как только видел туристов, тут же переходил на западную эстраду. Мы с Джабиром никогда не забудем, как он здесь пел популярную на тот момент песню, индийскую песню «Джимми, Джимми, Джимми» с национальным нашим инструментом гавал под аккомпанемент кеманчи. Вот. Ну, я говорю столетний образно, потому что по некоторым данным ему было 104 года, по некоторым 95, ну, в районе 100, скажем. Особенность этого старика, любимца публики, заключалось в том, что он каждый день пешком проходил нужную ему дорогу, пешком, значит, шел сюда и пешком возвращался. Вот. Никогда не пользовался транспортом, ну, во всяком случае, в свои пожилые годы. В этом, может быть, был его секрет долголетия. Вот он секрет долголетия. Воздух, вода. Вы ощущаете эту свежесть? Вы видите, какая разница в воздухе между Исабулавой и Джидырдузе? Хотя все это Шуша. Все это наша родная Шуша, наш любимый, родной, древний азербайджанский Карабах. Ну вот, и здесь у нас масса фотографий, и здесь у нас масса воспоминаний. Держался, держался, сейчас вот все чувства, эмоции, просто все смешивается, все это... Возвращение в мое прошлое, в мое замечательное прошлое, мое возвращение в детство. Мечты сбываются. Если я не ошибаюсь, это 1985 год. В машине было очень мало места, и из детей взяли только меня. Сказали: Джабиру не говори, Фариду не говори,
Сулейману не говори, другим фарях не говори. Ну, так получилось, я, в общем, оказался здесь один, и эта фотография у меня до сих пор сохранилась. Вот. В то время, кстати, шушинцы не просто здесь фотографировались, они обязательно позировали. Именно вот на этом месте фотографию дедушки с нашим великим азербайджанским писателем Анаром, с его семьей. Вот. Там, у родника, я сейчас покажу и даже приблизительно покажу, как они сидели, фотографии с народным артистом СССР, великим нашим артистом Мехти Мамедовым, тоже выходцем из нашего города Шуша. Вот. Что ни уголок, что ни точка, то это фотография, то это какая-то вспышка опять. Опять-таки, это история, как куда вы сказали. Вот, они приблизительно вот так фотографировались. Обязательно, то есть. Вот, вот так. Вот так и позировали на камеру. Спасибо вам большое, что вернули меня еще раз. Мое прошлое, мое детство, мое настоящее и мое будущее.